У усатых хищников сегодня международный праздник. Большим кошкам в Екатеринбургском зоопарке устроили свидание. Домашним пришлось поучаствовать в дефиле. А кто-то и вовсе праздновал свой день на работе. Валентин Бессонов подробнее. Жужуля, пойдем, там, кажется, кто-то завелся. Свой праздник кот Тимофей отмечает на работе. Его обычная смена начинается с обхода. Заглянув во все углы, рыжий внимательно осматривает товар, все ли на месте. Усатый охранник в этом магазине появился 6 лет назад, рассказывают его коллеги, и уже стал незаменимым сотрудником. Бывают такие ситуации, что у нас бежит какой-нибудь хомячок или мышка. Он обязательно выследит, поймает, причем даже не повредит. Принесет, и нате, возьмите, посадите обратно в клетку. То есть он знает свои обязанности. У нас не заводятся мышки, потому что он отличает диких мышей от наших мышей, от декоративных. По человеческим меркам у Тимофея работа завидна. Еда за счет руководства, жилье от магазина, кругом мышки, птички и всевозможные кошачьи игрушки. Но коммерсантам для усатого ничего не жалко. Они подсчитали, половину клиентов магазин заманивает кот, который не продается. Ну как реклама. Вот ты приходишь, он лежит вот здесь и сразу же видишь, здесь все хорошо. Кот толстый. Все замечательно. Дню кошек Тиме приготовили вкусный презент. Его вручат в конце рабочей смены. А вот в зоопарке представители кошачьей породы свои подарки от зоологов уже получили. Это не только лакомство, но и свидание. Этот рев неспроста. У пум романтический обед. В первый день весны двери между самцами и самками открыли. Кроме пум, романтический вечер ждет степных кошек, ягуаров и тигров. Кроме львов, в основном все кошки ведут одиночное существование, но по весне, конечно же, требуют. Ну и 1 марта, в первый весенний день, мы решили сделать им такой подарок. У котов квартирных другие забавы. Туся сегодня звезда модной вечеринки. Только для него сшито 3 наряда – вечерний, домашний и для прогулок. Они могут превратиться в очень худенького и очень толстенького одновременно. Поэтому и костюм должен следовать точно так же вот за кошкой. Вот. И еще кошки часто не любят, когда на задние лапки им что-то одевают. Как и человеческие, любая кошачья модная тусовка не обходится без фуршета. Только подают здесь молоко. И не только усатым. Валентин Бессонов, Иван Мякишев, новости 41-го канала.